стихотворение написано в благодатном Ленинграде поэтессы Ольгой Бергольц. Я вспоминаю день зимой, январский день 42-го года. Моя подруга шла с детьми домой. Они несли с реки в бутылках воду. Их путь был труден, хоть и недалек. И подошел к ним человек в шинели, вздохнул и вынул хлебный свой паек, 300-граммовый, весь обледенелый, и разломил, и детям дал чужим, и подождал, пока мои они поели, а мать рукою серою, как дым, дотронулась до рукава шинели, дотронулась, не посветлев в лице, не видел мир движения благородней. Они расстались. Мать пошла с детьми направо, боец вперед по снегу и по льду. Он шел туда, за Нарвскую заставу, от голода качаясь на ходу. Он шел вперед, одолевая бред, но твердо, веря, зная, что женщина глядит ему во свет, благодаря его, не укоряя. Теперь ты понимаешь, почему мне армии на свете нет любимой, нет преданий ее народу своему, великодушней и непобедимой. Спасибо, Александр Николаевич.